На Румболовскую гору во Всеволожском районе высадился трудовой десант администрации Ленинградской области. Чиновники оставили на время более привычные для их рук компьютерные мыши, степлеры и прочую офисную технику и взялись за метлы и грабли. Работы хватило всем. Тон задавал губернатор Александр Дрозденко. Чисто не там, где хорошо убирают, а чисто там, где не мусорят. И, конечно, меня как губернатора огорчает, что вот такие прекрасные места, места массового отдыха людей, а здесь действительно приезжают и выходные петербуржцы отдыхать, и жители Всеволожского района, и жители Рахи, и, к сожалению, до сих пор между собой не могут взять привычку после своего отдыха убрать мусор. И действительно, мы приехали, и вот буквально за полчаса собрали уже 20 мешков с мусора, причем очень много мусора, это банки, полиэтиленовые пакеты, битое бутылочное стекло. Я хочу вот накануне большого светлого праздника, пользуясь тем, что мы сегодня проводим субботник, обратиться ко всем жителям. Давайте будем взаимно вежливы, культурно, а под словом культура, в том числе и понимать, что нужно, если мы хорошо отдыхаем, а мы умеем, русские, хорошо отдыхать, и жители Ленинградской области умеют хорошо отдыхать, чтобы у себя наставляли порядок. После реконструкции, которую произвели накануне 70-летия Победы, Румболовская гора, несомненно, станет излюбленным местом отдыха и жителей Ленинградской области, и соседнего Санкт-Петербурга. Будем надеяться, они вспомнят о пожелании губернатора 47-го региона.